идет-то так тяжело. Вот это налимище! Бог ты мой! Огромный налим. Река еще почти застывшая, но уже скоро вот-вот отойдет. Поехали посмотрим, порыбачим. Доехал я до своего места стана. Расставил палатку. Немножко блуданул из-за того, что снегоходчики там накатали другую сторону. Укатил в другую сторону на 30 километров. Думаю, что-то вроде бы не туда еду. Спустя 30 километров очухался. Ну что, поехали. Пойдемте расставлять жерлицы. Глядишь, что-нибудь ночью поймаем. Печка пока потихонечку раскочегарится. Вперед, рыбачить. Так. На дворе ночь. Приехал я поздно ночью. Еле добрался. Но это нормально. Теперь попробуем ночью выставить, ну, чтобы не на завтра, на утро оттягивать удовольствие по рыбалке. Поставим ночью жерлицы. Сейчас отматываем глубину. Ух. Ничего себе. Все домотало. Глубина. Так. Ну, будем делать. Раз, два, три, четыре. И сгибаем флажочек и смотрим, что у нас тут. Глядишь, не дотягивая до утра, налим попадется еще и ночью. Так как мы приехали, точнее я приехал отдохнуть по рыбалочке. Так, вставляем жигчика. Так вот у нас красавчик такой. Вот. Ровненько. Давай, дружище. На рыбалочку погнали. Давай, 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 давай. Отправляйся. Гоняй налимов, щучек. Все, поставили жерлицу. Пробуем ставить дальше. Друзья, смотрите, я, короче, Пока ставил жерлицы свои, возвращаюсь обратно, смотрю, флажок стоит. Обалдеть, это моя старая лунка, где-то я здесь. Ну, размотка полная. Попытаем удачу первого. Хупа! Отче, боже мой! Нету. Видать, налим его только разобрал. Вот это хулиган. Ну ладно, глянь, клюет же, клюет. Ура! Так. Так. Всем доброе утро, всем добрый день. Мы приехали на новую рыбалку, на новый отдых. Отдых будет длиться в течение 6 дней. Вот. Вчера ночью я выставлял жерлицы. Сегодня у нас начинаются сработки. Только пробил. Думаю, ну, наверное, никого нету. И тут я думаю, хопа. И опа. И чувствуется такое. Налимасик. Налимасик первенький. Отличный налим. Прекрасный, шикарный налим. Ну вот. Ух ты! Какой ты скользкий.
друзья, смотрите, какое счастье рыбаков. Раз флажок, два флажок, три флажок, четыре, пять флажков. И все стоят. Вау, неужели сейчас что-то поймаю? Давайте будем проверять. Так, сейчас я на паузу наставлю. По-быстренькому. Что-то здесь у нас стоит. Флажок стоит. Так, быстренько прочищаем луночку. Пять флажков. Это только здесь. Пять флажков. И сейчас мы натянем картончики. Надеюсь, тут что-то такое не крупное, потому что лунка у меня застывшая. Ага. Так, стоп, ребята. Здесь надо пышню. Тут надо пышней пробивать. У меня луночка замерзла вся. И тяжелая, я вам скажу. И тут такое дело. Крючочек. Сразу крючочек наготове. Хоп. Так. Вперед. Ух ты. Идет-то так тяжело. Ой-ой-ой. О. О. Ой-ой-ой. Кто это идет? Поможем. Налим идет. Налим идет. Красивый налим. Вот такой вот, друзья, попался. Ну что, это второй налимчик. Отлично. Отлично. Сейчас бежим. Еще раз, два, три, четыре. Отлично. Так. Один из четырех. Один из четырех, ребят, надо будет проверять. Я думаю, что при полной размоточке тут кто-то по-любому сидит. Кто-то поймался. Ну или щука, или налим. Сейчас мы их... Хороший, хороший. Только бы не сходу. Что-то так активно идет. Налимчик идет. Налимчик идет. Вот так вот. Налимчики пошли. Днем лучше пошли. Ух ты, красавчик. Ну вот, еще один налимчик. Ой, как он закатывается, закатывается, закатывается. Отлично. Продолжаем рыбачить дальше. Сейчас мы поменяем жерлицу здесь. Живца. И будет нам рыбалка. А я думал, только буду природу, тайгу снимать. Оказывается, еще и клевы будут. Отлично. Пойдемте их проверим. Что у нас тут поймалось? Глядишь, может и щучка поймается. Флажок примерз. И я думал, что это просто застывший флажок. Оказывается, он сработал и размотанный давно уже. Просто... Так, ну ладно, потом ставим. Ух ты! Да-да-да! Что-то такое очень тяжелое. Так, полынья. Полынья. Тяжеленький налимчик идет. Не дергает. Идет уверенно пока, друзья. Так что сейчас поймаем. Надеюсь. Давай-давай. Давай. Ух, как он. Вот это. Ну ладно. Как хочешь. Придется тебя. Помочь тебе. Друзья, вот это налимище. Я уже вижу его голову. Вот это налимище. Бог ты мой. Да что ж такое? Друзья, я, кажется, монстра достал. Обалдеть! Вот это монстр! Вот это красавчик! Вот это пятера! Пятерочка!
Отличный. Смотрите, какой. По поводу того, что он там шевелится или не шевелится. Шевелится он. Просто ему больно, когда за крючок тянешь. Ему больно. Боже мой. Вот это. Вот это да. Блин. Зачет. Вообще я класс. О, он зевает даже. Да, друг? Покажи людям, что ты шевелишься. А то тут наговаривают на нас. С магазина, говорят, вас везем. С магазинов. Блин. Вот это. Видите, друзья, как он ртом воздух хватает. Блин, а я вот на флажочек и не встал, можно сказать. То есть можно было бы чисто пройти мимо и подумать, что... А он захватил и держит, переваривает, можно сказать. А ты тут такой подъезжаешь и думаешь, что за ерунда? Что за ботва тут намотана? А он схватил и... Красавчик. Весов у меня нет, поэтому верим мне на слово. О, видите, зашевелился. Зашевелился. Так, вставляем флажок. Вот это красотка. Налим Никодим целый. Да, дружбан? Ух. Вот это да. Вот это монстр. Ух. Ну что, это... Мой первый такой хороший. Крючок был хорошо, то есть не дай бог еще. Да? Ну все, порадовались. И я порадовался. Такой вот огромный. Какой он большой. Вот это да. Реально большой. Какой он матерый. Огромный налим. Идем проверяем дальше. Так, у нас опять сработочка. А, блин, по-моему, никого. По-моему, никого. А размотал-то полностью. Вот хулиганы, а. Что за все флажки, которые сегодня стояли? Обалдеть. Вот это да. Вот вам и поводок флюрокарбон. Расстегнул он его. И ушел с моим тройником. Блин. Придется в палатку идти за новым поводком. А у меня с собой нету. Вот какой-то здесь сидел. Хороший, я вам скажу. Оторвать флюрокарбон это уметь надо. Обалдеть.